Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и мы продолжаем рубиться в битву строителей на Хайпикселе. Ну что же, заходим в игру и смотрим, какая тема у нас будет сегодня. Итак, сегодняшнее наше задание — это мышь. Мы мышь еще не строили, и я думаю, это будет довольно интересно. Ну что же, давайте попробуем построить какую-то мышку. Может, компьютерную построить? Да нет, ладно, давайте построим нормальную мышку. Посмотрим, что у нас получится. Это должно быть интересно. Погнали! Берем серую шерсть и начинаем строить. Пожалуйста, не спрашивайте, что я такое сейчас строю. Мне вот честно самому смешно. Но не знаю, посмотрим, что будет в результате. Это будет упоротая мышь. Боже мой, как же это смешно. Ладно, у меня еще хвост не готов. Хвост мы сделаем какой-то вот такой. Это явно похоже на мышиный хвост. Как-то вот так. И пол мы сделаем, давайте землю, точнее траву. Я не знаю, кому эта мышь может понравиться. Она настолько упорота. Блин, еще бы серую шерсть кое-что закрыть. Ну да ладно, мы не успеем. В общем, блин, уши забыл. А, вот это будут уши. Ну, я не знаю, вот как-то так. Не спрашивайте меня, что это вышло. Кто-то маус перепутал с хаос. Окей, бывает. Одну букву неправильно понял. Итак, ну, я думаю, вот это победит. Это гуд, это няшная мышка. Блин, она очень прикольная. Это дохлая мышь. Ну, судя по всему, да. Окей, сойдет. Дохлая мышь — это тоже мышь. Здесь мышь, опять няшная мышь, которая нашла сыр. Блин, офигенные постройки. На каком я месте буду? На последнем или на предпоследнем? Делайте ваши ставки, господа. Потому что, блин, это офигенно. Хотя вот этот хвост тут вообще не в тему. Дальше. Ну, вот это какая-то хрень непонятная. Вот тут я буду голосовать плохо. Потому что это реально. Что это? Дальше. Это я тоже не понял, что это такое. Это мышь неправильная. Это не похоже на мышь. Ну, здесь... О, кстати, компьютерная мышь, она тоже есть. Здесь прикольно. Здесь есть и такая мышь, и такая мышь. Чувак сделал круто. Здесь, ну, так себе, не очень. Честно, мне вот это не понравилось. Предыдущие постройки намного красивее. Тут, опять-таки, компьютерная мышь, но она ни о чем. Вообще ни о чем. Некрасиво получилось. Дальше. Блин, мне кажется, я такой уже видел. Ладно, окей. Мне кажется, то, что я видел раньше, было покруче. Опять дом построили, блин. Народ, вы умеете читать? Маус — это не хаос. Эх, ладно, бывает. Не смотрите на это! Отвернитесь! Отвернитесь! Это я не знаю, что... Это енот! Блин. Была бы тема построить енота, я бы выиграл. Но, тем не менее, я на четвертом месте. Народ, кому-то моя мышь понравилась. Я не знаю, как это случилось, но... Блин, как выиграл вот эта мышь? Там же были мыши получше. Ах, ладно, неважно, черт с ними. Мышь это не моя тема, вообще ни разу не моя тема. Я построил енота, но он как бы зашел за мышь. Народу понравилось, и как-то он занял четвертое место. Я не знаю, как это случилось, но это хотя бы было весело и угарно.
Так что, друзья, переходим к следующей теме. Повеселились и хватит. Хочется построить что-то прикольное, действительно прикольное, что сможет победить. Погнали, вторая игра. И вторая тема на сегодня — это динозавр. Да что же такое, почему мне сегодня какие-то только животные попадаются? Эх, ладно, попробуем построить динозавра. Надеюсь, на этот раз у меня хотя бы хоть что-то получится. Погнали. Берем зеленую шерсть и за работу. Блин, фигня какая-то. Ну, вроде что-то у меня получилось, похоже на динозавра с маленькими ручками. Я даже не знаю, ну, вроде он похож на динозавра. И надо было пол еще поменять. А это... ну, это страшилище какое-то. Я даже не знаю, ну, окей. Это слабо похоже на динозавра, но все-таки чуть есть. Это, друзья мои, черепаха. Это вообще ничего общего не имеет с динозавром. Да и построена она криво, всего один цвет. Это уточка! Как уточка, в принципе, оно неплохо, но это не динозавр, это вообще ни разу не динозавр. Что это? Ну, это что-то типа вот этих хребетков или как их там. Это больше похоже на динозавра, но тоже не очень. Друзья, ну неужели так сложно построить динозавра? Даже я смог. Что это? Это какое-то сердечко, что ли? Я не знаю, что это такое. Это что-то явно непонятное. Вот, вот тут хороший динозавр. Я ставлю good. Этот динозавр мне понравился. Это больше всего похоже на динозавра. Этот, кстати, тоже. Это тоже крутой динозавр. Я ставлю тоже good. Этот динозавр неплох. Идем дальше. Будут ли еще гиппопотамы квадратные? Ну, окей. Он хотя бы... ну, более-менее он похож на динозавра, но форма не очень. Тут пиксель-арт ни о чем. Вообще ни о чем. Не нравится. Это что-то слабо похоже на морду динозавра. Тут... окей. Маленький динозаврик. Морда не очень. Не очень детализирована, но все-таки. Вот моя Годзилла. Это реально какая-то Годзилла. Как по мне, в принципе, неплохой динозаврик. Даже внутри пасть его красная. И в итоге я занял 3-е место. Побеждает вот этот динозаврик, как я говорил, очень-очень даже неплохой. Я ему поставил оценку good, потому что этот динозаврик реально good. Ну что же, я считаю справедливо. Я впервые для себя попробовал построить динозавра, и как по мне, получился он не таким уж и плохим. Конечно, похуже, наверное, этого динозавра, который победил, потому что динозавр, который победил, тоже хорош. Но судите сами, как по мне, все-таки неплохо. И ладно, давайте на этом будем заканчивать. Вот такая вот у нас сегодня была животная серия. Как по мне, получилось довольно весело. И в будущем обязательно продолжим. Надеюсь, будет еще много интересных тем, по которым мы сможем построить красивые постройки. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс. И мы еще обязательно очень скоро увидимся. Играйте в битву строителей, любите уточек. Всем пока!